Привет! Ходил за водой, собрал немного железа. Я знаю, что с этим можно сделать. Для начала разберем. Чтобы эту гайку раскрутить, нужно спецключ. У меня он есть. Звездочки отполируем, чтобы они были красивые. Здесь уже все блестит. Еще одной детали не хватает. Сейчас ее сделаем. Вот, отрезал дощечку на глаз, шлифанул. Размер, что у нас, 22 на 14. Гладенько. Это только начало. Да, она самая. Влажной салфеткой все вытираем. Сейчас доска высохнет 2 секунды. Вот она уже сухая. И мы продолжим. Сходил к художникам. Даже не знаю, какой цвет выбрать. Нужно только один. Оранжевый, либо желтый, либо красный. Ладно, давайте эту попробуем. Яркий цвет. Одеваем гламурную перчатку. Была дощечка такая, а стала вот такая. Я ее состарил. Крутая, правда? Мне нравится. Возьмем микрогвоздики. Далее берем цепочку. В одних из старых видео я сделал выжимку. Ссылку я вам оставлю, если интересно. Кто-то из вас видел алюминиевые гвозди? Я раньше нет. Смотрите, магнит. Гвозди не берет. Начнем гвозди колотить. Из хлама всегда можно сделать отличную вещь для интерьера в стиле лофт. Понравилось? Ставим палец вверх. Лучшей благодарностью будет поделиться видео с друзьями. На этом все. Добра. До новых встреч. Пока.